что-то интересное по заказу из чип-дипа. Ура! Не то, что надо. Разъем чуть-чуть не тот, но ничего страшного. Будем искать. А, так, три мосфита для ремонта блока. И куча, а точнее целых две штуки. Плюс активный плюс для пайки. Ковырнем немножечко резиночку. Опа. Оп. Ну ничего так, в принципе, объем большой, хватит надолго. Еще один запасной. Вот, в принципе, и вся распаковка. Плохо, что разъем, конечно, не подошел. Ну, единственное, еще можно мосфиты проверить. Сейчас проверим все три. Они, в принципе, одинаковые. Все нормально. 3,5 вольта. Второй. Идентично. Ну и, соответственно, третий. На 6000 ватт. Ну, в общем, все работает, все нормально.